в Арцах нарисуй, карабахские храмы и твердыни скал нарисуй. Ты их обессмерть, и лес, что защитой от недругов стал, нарисуй, и реки, что гуслям подобно звенят, нарисуй, коней нарисуй, и орлов, что на скалах сидят, нарисуй, и жаворонков, что в небе лазурном парят, нарисуй. Я видел небо и землю четырех континентов, но красивее земли я не видел. Я начал рисовать 9 лет, рисовал все подряд. Природу, людей. У нас в семье было 3 сыновей. Мама очень хотела видеть нас культурными людьми. Водила в клубы, в кинотеатры районного центра. Когда я подрос, поступил в художественное училище в Баку. Ну а потом, после окончания училища, сложил в мешки свои картины и поехал в Москву. Учеба в Суриковском институте много мне дала. Реальную школу, азы изобразительного искусства. После окончания я понял, что ничего другого я не могу писать. И только пишу то, что мне ближе, что мне родное, что хорошо я знаю. А я хорошо знаю обычаи, нравы, образы моего народа, моего села Цоватых. Родные мои, давайте на секунду представим маленькую мастерскую с холстами. Это маленькая частица нашей любимой земли. Это наша общая родина, потому что вы все оттуда, это наш Нагорный Карабах. Выставка всегда праздник для художника. Я meine, dass die eine Ausstellung ist ein Fest für einen Maler. Ну и большая ответственность. Noch eine große Verantwortung. А тут двойная ответственность, потому что это в прекрасной стране, как Люксембург. Ich meine, das ist noch eine zweiseitige Verantwortung, weil die Ausstellung ist in so einem wunderschönen Land wie Luxemburg. Тем более в год, когда Люксембург не напрасно выбран страной, культурным центром 1995 года Европы. Но я сегодня так взволнован и хочу только принести великую благодарность Тиму Триеру. Es ist heute sehr aufgeregt und ich will ganz in Trier die bedanken für so gute Ausstellung und für alles, was Trier für den Maler macht. Многие люди приложили большой труд организационный, чтобы эта выставка состоялась. Viele Leute haben sich Mühe gegeben, damit diese Ausstellung so gut stattfinden kann. Эта честь выставки не столько делает автору, сколько делает его народа, чтобы еще больше людей узнало, что творится на моей родной земле. Mit dieser Ausstellung er möchte darstellen diese Situation in seinem Heimat, was da passiert täglich über diesen Krieg und er will erzählen alles, was da passiert. Поэтому тут на выставке представлены 2 периода моих картин. Часть, которая сделана на войне, и часть, которая сделана в мирное время, где всего год идет мир на Карабахской земле. Я нахожусь на территории церкви Амарас. Амарас, он находится в 7 километрах от моей деревни, где я родился, вырос. Для меня это церковь, это земля, где я прихожу, очищаюсь. А почему? Потому что это не только для меня, для всего армянского народа. Он создан в 4 веке. Нашей эры. В этой церкви преподавал великий сын армянского народа, создатель армянского алфавита Месроп Маштоц. Он здесь открыл школу. Эта церковь неоднократно разрушалась, и она снова восстанавливалась. Сегодня весь карабахский народ
гордиться этой церковью и часто посещают. Здесь происходят жертвоприношения. Каждый осуществляет свою мечту, задуманную перед собой и перед Богом. И вот мое очищение происходит тогда, когда я посещаю Амарас. А посещаю его почти я каждый год. И каждый год я приезжаю в Карабах, на свою землю, и прихожу вот на эту святую землю, где можно с самим собой поговорить, поговорить с Богом. Что армянские одни из первых во всем мире приняли христианство. Поэтому у них на душе как-то более обострилось вот это отношение к Богу. Произошли в душах людей. А в каждой душе армянской сидит христианский Бог. Вы знаете, в 2015 году, столетие геноцида армян, я вспоминаю 1975 год.
еще не было признаний этого геноцида. Это было запрещено об этом говорить. И у меня была выставка в Доме архитектора в Москве. Персональная выставка. Первая выставка. Громадный зал. И я по молодости или без хитрости, я возьми на этой выставке произнес афоризм Гитлера. Кто судил Ататюрку Пашу за уничтожение армян? Меня не будут судить за уничтожение евреев. Ой, долго, долго меня мучили, что нельзя это говорить. А у меня картина была, которую я посвятил, 2 года писал, посвятил, так и она называется, «Сынам Карабала». Там музыка, родители перед кладбищенским камнем. И когда я говорил, что это посвящение 1,5 миллиона армян, которые в 15-м году при геноциде погибли, мне сказали: нет, слово «геноцид» не говори. Скажи, что это армяне, которые погибли в Великую Отечественную войну. Но я все равно не изменил. Так и по сей день я об этом говорю, так и она называется. «Памяти сынам Карабала». И вот в 1975 году как раз эту картину долго снимали со всех выставок, не разрешали вешать. И в 1975 году мне дают премию комсомола с выставки за 2 картины. Одна называлась «Матери Карабала», другая – «Сынам Карабала». Я получаю премию комсомола. И в 1975 году, по-моему, в апреле месяце, 24 апреля, день геноцида армян, приходит признание. А это было у меня в начале, в январе 1975 года. Поэтому для армянина 15-й год – это святой год памяти геноцида армян. Сейчас 28 стран мира признали геноцид. И помню, приезжали замминистра культуры Франции, посетили мастерскую мою в Москве и хотели для музея Помпиду приобрести эту картину «Сынам Карабала». Но в советское время наши идеологии не разрешили. Сказали, что эта картина должна быть у нас в стране. Матери Карабала, они находятся сейчас в Томском музее, а сынам Карабала я по сей день моя личная собственность. Я ее никому не даю. Thank you.
Как начинаю работать я над всякими эскизами, мыслями своими за этим столом, у меня вспоминается история 25-летней давности, когда группа центрального телевидения во главе с режиссером Еленой Трояновой в тяжелое время Нагорного Карабаха уже начиналось события всякие, вот эти межнациональные. И центральное телевидение решило послать съемочную группу к нам сюда, в деревню. И получаю телеграмму, что надо встречать эту группу. А самолет, ближайший к Карабаху, был тогда город Кирабад, ныне Гянджа. И мне надо было ехать встречать эту группу. А это было очень чрезвычайно опасно. Но встречать надо. Телеграмма получена, дорогу они не знают, куда ехать, что. И это было для меня тяжелым испытанием. Но я встретил, привез в родное село. И началась 10-дневная съемочная работа. Благодаря Елене Трояновой, режиссеру, благодаря этой группе очень много народу узнало о моей родине, о Карабахе, конкретно о моем селе, что здесь творится, что. А получилось так, что она узнала, что московский художник более-менее благополучный, с мастерской, с семьей, с домом. И вдруг решил переехать в Карабах на время, на полгода, пописать этюды. Писал этюды, дети подошли, заинтересовались, сельские ребята, да. Смотрят, там краски, этюдник стоит, дядя художник что-то пишет, там рисует. Как мне было их жаль. Я решил пойти в школу, остаться и поработать в школе с этими детьми. Пошел в школу, подошел к директору, я говорю: вы знаете, я хочу поработать у вас в школе. А он говорит: мало у нас уроков. Ну что, вы будете получать там 9 рублей 60 копеек. Это в старых деньгах в советское время. Я сказал: ну я не ради денег, а просто ради этих детей. Хочу с ними поработать. Ну и остался. Думал, на год учебный. И 3 года я с ними поработал. И вы знаете, какая была любовь к тому, которое называется искусство. Тут я вспоминаю забитые слова. Красота спасет мир. И вот эта красота надо было привить, чтобы дети чувствовали эту красоту, видели эту красоту. И бывало, родители меня встретят и говорят: вы знаете, мой ребенок ночью не спал. Я его посылаю за животными, там, корова потерялась. А он сидит целый день, рисует весь вечер. Хлеб пеку, девочки должны помочь. Нет, они все рисуют. А я не хотел их из них делать такие, знаете, вот, профессиональные художники. Просто хотелось, чтобы это люди искусством воспитывались и окружение вот этой красоты. Вот это я в них прививал. И так получилось, что 3 года остался здесь. За все 3 года, что я был здесь, посылал их картины на международные детские выставки. И все эти 3 года золотые медали международной выставки получали дети из этого села. Мне вспоминается, учительница литературы пришла и говорит: я дала задание. Ваш любимый человек, сочинение. И вы знаете, класс из 20 человек, 19 написали: наш любимый человек, учитель рисования. И я сказал: если можно, самые лучшие сочинения переведите на русский язык, дайте. Перевели, дали. Он по сей день, прошло 20-25 лет, я берегу это сочинение. И когда закончился 3 года моей работы в этой школе,
Надо было уезжать в Москву. Райком говорит, что сделать, чтобы отблагодарить вас за эти труды трехлетние. Я сказал, если можно, мою самую хорошую ученицу Севилью я хочу после себя оставить в школе, чтобы она преподавала. Они сказали, мы эту просьбу вашу выполним. И она преподавала в школе рисование, не имея образования, но очень талантливый ребенок. А тут, недалеко от нашей деревни, есть богатейшее село, село Чартар. А там был директором этого села герой соцтруда, член политбюро тогда, в советское время. Он подошел ко мне в районном центре и говорит, вы знаете, я слышал, вы работаете там, получаете 9 рублей 60 копеек. Если можно, неделю два раза. За вами пошлют машину, вы будете у нас в селе преподавать. Все, что есть в селе, вам будут приносить. Все, фрукты, мясо, прочее. Дам вам одну женщину, она будет вам готовить обеды. И плюс 500 рублей в те времена при сравнении 9 рублей 60 копеек. Вы будете получать зарплату. Я сказал, не ради денег я приехал сюда, на родину. Он так посмотрел на меня и сказал, спасибо. Счастливое то село, которое имеет такого учителя. Так у меня прошли эти 3 года. Я уехал снова в Москву к своим детям, к семье, к свою мастерскую. И это было 77-80 год. Проходит 12 лет. Я решил, да, у меня контракт был с выставку в Америке. Куплен был билет, контракт, договор. Надо было ехать в Америку. Ну, так получилось, что все лето было свободное. Я решил снова взять краски, опять в деревню, опять пообщаться с природой. И приезжаю. Это уже 90-е годы. Началась война. И вот тут что делать? Когда я своими учениками рисовал, говорил, ходил на этюды, я говорил о красоте, о любви к родине, о природе. И вдруг тут я приехал, началась война, и я должен убежать. Тут я решил, нет, я не имею права. И все 3 года этой войны я был со своими учениками здесь, в деревне. И 25 моих учеников погибли. Один учитель. Я там работал, мастерская была. Женщины собрались, уезжай, я тебя прошу, тебе зачем здесь? Я говорю, нет. Это долг был перед моими учениками, чтобы я остался с ними. У меня очень хороший ученик был, как его и звали, Гавруша. Очень такой красивый парень был. И погиб. Да, поэтому у меня тоже память о них остается такая, знаете. Вечная им память. Так, я говорю, весь народ чтит этих ребят. Во всех семьях есть трагедии, где война сделала свое дело, она радости мало дает. Но по сравнению с тем, что завоевана эта свобода, это стоило того, чтобы люди жизнь отдали. Ну и вы знаете, по все времени родители, когда видят меня, да, слезы на глазах, потерян ребенок. Ну что делать, он отдал жизнь за эту свободу,
А свобода так просто не завоевывается. И вот сейчас, пройдя столько лет, когда я снова приехал, и вижу, изменились люди, изменилась даже природа, какими-то другими глазами. И когда смотрю на этих родителей, которые потеряли своих детей, они как-то верят в того, что за что их сын отдал свою жизнь. А дороже жизни ничего нет на этой земле. И когда я с ними беседую, да, слезы на глазах, они вспоминают те годы, когда я преподавал. Но уже я не говорю о том, что сколько осталось ребят. Прекрасные ребята, я вспоминаю как-то. Там, кого в пятом классе, кого в седьмом классе преподавал. Многие, двое-трое ослепли. А сколько там без руки, без ноги, а контузии почти все. И вы знаете, я удивляюсь, что у этих людей просто еще хватает оптимизма и говорить, что ну и что, что нет у меня ноги, нет руки. Они меня успокаивают. Я-то так как-то пытаюсь понять их. И вы знаете, сейчас они трудятся мирным трудом. Земля свободна, говорят на своем языке. Своя религия, свои церкви, все они реставрируются, потому что армянин не может без своей религии, своей веры. За эту веру многие отдали жизнь. И вот я когда смотрю, что сейчас такая свободная земля, строятся школы, строятся церкви новые. И вы знаете, я вспоминаю только тех ребят, которые отдали жизнь за эту свободу. Три года побыв с ними, закончилась война, и я снова уехал опять в Москву. Но уже с впечатлениями грусти, с впечатлениями потерянных близких людей. А я их любил так же, как они меня любили. Если бы не любили бы они, наверное, мне кажется, что они не делали бы того, что они сделали. Еще раз я повторяю, что я выше сказал, что три года подряд золотые медали международных детских выставок завоевывали дети этого маленького села. Село Цуватов, которое является моей родиной, где я родился, где слышал первые звуки армянской речи. Эта война не только на меня повлияла, но повлияла и на мою семью. Потому что оставить двух малолетних детишек и уехать
на родину, потому что родина в опасности. Я помню эпизод. Моя теща решила узнать, потому что не было возможности позвонить домой. Один раз я только позвонил с военного полевого телефона, что я жив. Я приехал, моя жена, мать, говорит, я была в Ереване, а там вертолеты, гуманитарную помощь Карабаху везут. Я подошла к вертолетчику и говорю, я тебя прошу, там его все знают, художник. И Магарич дала, заплатила, что, мол, узнай, он живой, жив или не жив. А он, ничего не интересуясь, ни у кого не спросил, приехал и теща говорит, а он погиб. Вы знаете, вот испытав все эти тяжести войны, не только я, и моя семья, понимаете, после как-то я чуть хотел на жизнь посмотреть другими глазами. А другими глазами мне помогло то, что мне очень после войны пришлось много ездить по Европе. 11 лет я по Европе с выставками ездил. Раньше я сказал, что Елена Троянова снял фильм. И епископ всей Германии увидел этот фильм. И ему понравился. Он говорит, мне и художник нравится, а там как раз в фильме показывают 33 картины, они больше религиозные картины такие. Ему понравилось, и он меня пригласил, дал мастерскую на полном таком государственном ихнем церковном обеспечении. И я жил в церкви, писал, громадная мастерская, чем я обязан немецкому епископу, моему другу, падру, Бишову Якобсу. И 11 лет я после этого провел. И вот это какое-то такое, знаете, немножко отошел от войны. А отошел тем, что я общался со своими коллекционерами, устраивал выставку, рассказывал. Но все равно я не мог миновать своими картинами то, что видел здесь на войне. И оно вот это... Личная жизнь. Ну и пришлось детям рассказывать, и дети выросли уже. Да, много было трудностей, но я благодарен судьбе, благодарен Богу, благодарен семье своей. Да, было и понятие, и непонятие, но сегодня я опять не могу забыть все то и живу той радостной, спокойной жизнью, жизнью художника. Выставляюсь и стараюсь просто больше рассказать о этой земле за рубежом. Поэтому жизнь моя и личная, и внутренняя, все это вот изменилось. Вот.
Встаю в 6 утра и в гору поднимаюсь. Пришел к какому-то такому экспрессии, а экспрессии ближе как к абстрактному искусству. Я тогда смотрю, как вот прямо каждую минуту, как меняется по цвету неба, земля. Утром рано в 6 встанешь, как громадное солнце из-за горы выходит. И вот это приносит радость. Когда вы поднимаешься в гору и все это видишь, только, я говорю, через призму своего искусства. А понятно, что художник, он иначе видит. Видит это мгновение, цвет как меняется. Как потом тут вот каждый камушек, каждое деревце мне знакомо, мне близко, эта земля. Поэтому все свои холсты я, можно сказать, пишу, черпая все вот это. Как говорят, это здесь моя мека. То есть я приезжаю сюда очищаться от всей этой цивилизации, от всего того. Здесь как-то дышится легко. Я имею в виду духовно дышится легко. Поэтому я этой земле обязан, этому народу. Поэтому все свои картины я пишу. То, что вижу, то, что слышу от своих предков. Поэтому я многим ими обязан. И пока дышится и видится, я буду делать все то, что должен делать художник для своего народа. Для меня эта земля очень дорога.